Сегодня я встречаю Дениса Бунина. И тогда Денис придет к нам, и мы его заберем в гости. Я ему покажу игуану, змею, хомяка и две собаки. Завтра мы снимаем клип «Очень веселый». Да, я буду с Денисом и купаться, и играть, и есть мороженое, и рыбачить, и читать энциклопедии всякие. Ну, все, как это будет делать. Очень рад. Вот эта штука можно брызгаться как и в море, и можно попить. Ну что, пойдем. Покажешь Денису, где ты живешь? Мы еще не доехали до гостиницы, мы уже едем шоколад с яблоками. Мальтийский шоколад очень вкусный, с яблоком. Мы тут альбом смотрим, когда я была маленькая. У меня соску забрали. Соску у меня. One, two, three. One is one for the money, two for show. Three for get red, now go can go, but don't you stop for my wounds wake you. We can't do anything but still wounds wake you. Будешь ты лошадкой на корму овцом, а потом станешь котом. Настоящая игуана. Она живет в пустыне. Нет, не в пустыне. Она живет в Бразилии. Давайте-ка накурим котенка и успокоим ребенка. И маленькую собачонку переведу через дорогу. Switch off your telly. Марико, моя учительница японская.